Христос воскрес! Ты проиграл, папа выиграл. Папа выиграл. А там да, у нас с утра началось с того, что мы бьемся яйцами, да? Да, папа выиграл, а мы... А папа выиграл. А у меня яйцо уже разбили. На тебе мое, оно... Я вчера из дерева его выточил. Да? Так же теперь могу... Мама! Давай. Ой! Давай, стукай. Давай. Давай, стукай. Я тебе говорил, из дерева его вытащить. Да ты папа шутит. Давай. Дима, папа! Лоб свят! Так, мы сейчас будем увлажнять муравьиную ферму. Нет! Вот куда ты? Это моя счастливая яйца, я выиграл. Значит, я выбираю, где я выпарить буду. Так. Я тебе сейчас возьму. Давай. Увлажняем нашу фермочку, да, Афонь? Да. Давай еще один раз, да? Да, да. Давай. Все, теперь вторую, дай Гриша увлажнит. Муравьишки наши, они уже заселились в ферму. И мы им открыли и вот эту вот часть тоже. Мама, как убирать? Ну, давай. Никак уже. Афанасий погрыз пипетку. Мам, даже облок не бьется. Папа. Ты себя попробуй разбить. Да я это разобью. Вот, это мы сейчас увлажним. Зачем такое счастливое? Потому что Афон ее погрыз. Почему она плохая? Все равно так. Я вчера выточил из дерева. Да я сейчас попробую это. Раз. Я иду на улицу к своим мальчикам, не могу никак налюбоваться на эти куличики маленькие. Вот, и сейчас пойдем гулять до речки. Нет, я еще, наверное, за продуктами сейчас съезжу. Мальчики тут дерутся. Что вы делаете? А мы собрали полы. Да? Так, тут этот только прыжовник осторожно. А, еще тут и какашки, Рекс накакал. Не вступите, так что вставайте. Какака моя, давай я тебе шапку поправлю. Я тут приехала уже с магазина, тут всего накупила, ну, потому что у нас из продуктов особо ничего не было, там хлеба накупила. Папа вчера наш шашлык замариновал. И сегодня еще у Ани день рождения. Купили ей постельное белье. Вот такое вот. Мне кажется, очень красивое. Сейчас пойдем поздравим. Ребята тут уже собрались на природу, да? Целый... Да, помела на Гугла. Игрушку папа разрешил взять? Да. И ты был не против, ты был рад, да? Да, Вилат. Алима. А лаги. Ты залазишь? Столик вы взяли, да? Стульчики, да? Мангал. Будем шашлык жарить? Да. Палатку взяли, да? Да. Это была Викана. Гришина? Да. Да. Ну что, пойдем до папы? Только там же вход же с той стороны. Ну да, ну сейчас же я закрою. Видишь? А мы с какой стороны будем заходить? А с той будем заходить? Ну, ответ. Я сейчас тут закрою. А, вот. Так, держи вот эту. Мы тут амо. Только это века.
Речка. Скажи правильно. Речка. Скажи, Саша. Да-да, Саша. Длинный крючок. Держи. Втекай. Вон синяя. Уже что, две рыбки поймали? Да. Две? Да. Вот. Класс. Это кто поймал? Вика. Вика? И вот это твоя? Вики. Руки вытери, сейчас вытрем. О, у тебя два кучка. Да? Вот. Да. Да, вот. Да, я. Сушка уже поставил паску в нашей однокомнатной квартире. Да, ветер сегодня, он как раз туда и будет все уносить, да? Круто! Самые голодные жители. Шашлыки. Свинина и курица будет в крылышке. Дегустация шашлыка. А мы же дегустируем, да? А мы вам ставим, что мы на диете. У тебя отмазка, да? Пап, принести шашлык готов. Не-не, сейчас все сядем. Главный повар. Я. Ты главный повар. Смертельный номер называется, да? Там один их. Пап, можно на кофту снять? Ha ha ha!
поплыл? Куда? Далеко? На море ты поплыл? Какой ты молодец! Идем поздравлять Аню. Антоша с подарком. Самый главный поздравитель. Да, все остальные с пистолетами. Пап, папа, выбнись. Такой этот, знаешь, бородатый. Когда Рекса, я не знаю, ты у мальчиков спроси, когда они Рекса выпустят. Мальчишки солят рыбку теперь после рыбалки. Сколько же рыбы там было? 12 штук. 12? Да, одну первый, папа поймал. Это первую. Одну они поймали, все остальные. Ну, Гриш, ну ты прям на него. Афонечка, ты вообще умывался, когда заходил? Посмотри на меня. Афонь, умойся, пожалуйста, ладно? Ни хрена себе.